компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. Накануне в Национальном музее Тувы открылась выставка пограничного управления республики. Она приурочена к столетию со дня учреждения пограничной охраны российского государства. В этот день ветераны и сотрудники ведомства вспомнили всех героев-пограничников, сражавшихся во время Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе. В ходе мероприятия от имени руководства управления пограничного отряда Тувы ветеранам и героям боевых действий были вручены ведомственные благодарственные письма. Александр Александрович, от имени начальника пограничного управления разрешите вручить вам поздравительный адрес. Пожелать всего самого хорошего, долгих лет жизни, чтобы спасибо. Воспитывали молодых, радовали нас и передавали свой опыт. И то, что вы приобрели, богатство, душевное богатство, любовь к родине, к отчизне, умение ее защищать, чтобы вы передавали молодому поколению. Спасибо. В экспозиции представлены награды и форменная одежда почетных ветеранов пограничного управления, участников Великой Отечественной войны, образцы оружия 20-40-х годов, исторические документы, фотографии, альбомы, книги, знамена и другие экспонаты. Ежегодно 17 мая во всем мире отмечают Международный день детского телефона доверия. Напомним, что телефон доверия – это служба экстренной психологической помощи. В России единый общероссийский номер детского телефона доверия введен в сентябре 2010 года фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время к нему подключено 229 организаций в 83 субъектах страны. В Туве общероссийский номер с 2010 года подключен к 4 медицинским и социальным учреждениям республики. Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы телефона доверия. На территории республики с 10 мая открылся навигационный сезон для маломерных судов, который продлится до 1 ноября. В настоящее время сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС России проводят освидетельствование маломерных судов, которых на учете ГИМС более 2500. Перед открытием навигации на водоемах республики в начале мая состоялся осмотр готовности судов, принадлежащих Государственной инспекции по маломерным судам, которые будут привлечены для патрулирования и проведения рейдов, направленных на пресечение нарушений правил пользования маломерными судами на водных объектах республики. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о зачислении в региональные дорожные фонды доходов от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки вносятся в бюджетный кодекс, сообщает информационное агентство ТАСС. Документ разработан Министерством транспорта России для определения дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов. Согласно оценке правительства Российской Федерации, эти средства позволят удвоить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и увеличить расходы на их содержание. Сейчас штрафы за нарушение правил дорожного движения поступают в региональные бюджеты, а главы субъектов страны могут самостоятельно принимать решения о зачислении штрафа в полном объеме в дорожные фонды. Принятые нормы позволят увеличить объемы региональных дорожных фондов и будут способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог, отмечается в пояснительной записке к документу. На основании распоряжения регионального правительства в Туве с 15 мая по 15 июня проводится месячник по сбору задолженности по имущественным налогам с физических лиц, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Общая сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц на 1 мая текущего года составляет более 150 миллионов рублей. Налоговой службе в сборе задолженности по налогам с физлиц будут оказывать содействие сотрудники судебных приставов, госавтоинспекции, многофункциональных центров и финансовых управлений местных администраций. Лица с особо крупными суммами задолженности будут приглашены на межведомственные комиссии. С должниками будет проведена адресная работа, в том числе будут проведены подворовые обходы и встречи в рабочих коллективах. И о курсах валют: доллар стоит 62 рубля 31 копейка, евро 73 рубля 78 копеек. С
27 апреля ежедневно, без выходных, в Национальном музее контактная выставка рептилий и пушистиков. Фото-видеосъемка бесплатно. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – фантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Выставка живых тропических бабочек. Летают и даже садятся на руки. Ежедневно с 11 до 19 часов в Национальном музее. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». Устанавливается обстоятельство смерти малолетней девочки. Накануне в правоохранительные органы Тандынского района поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц села Балгазан тела малолетней девочки 2010 года рождения с внешними признаками насильственной смерти. По данному факту региональным следственным комитетом незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием. По версии следствия, 15 мая текущего года девочка не вернулась из школы, в которой она обучалась во вторую смену. Родители организовали самостоятельные поиски, которые не дали результатов. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего события, а также на установление местонахождения подозреваемого в совершении данного особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В этом году Тувинский государственный театр «Кукол» отмечает 5-летний юбилей. В честь знаменательной даты в Туву приехали известные российские театральные деятели Давид Бурман и Эрденис Жалцанов. Режиссер и продюсер Давид Бурман, который является президентом международного фестиваля «Кукарт», директором некоммерческой организации «Интерстудия», в ходе встречи отметил роль кукольного театра в развитии и формировании будущего поколения. По его словам, ожившие на сцене куклы в первую очередь должны нести познавательную информацию для детей. И Тувинский театр «Кукол» в этом плане достиг больших высот. Так, спектакль «Белек» Тувинского театра 22 июня следующего года откроет международный фестиваль «Кукарт». Марк Вашкель – это один из ведущих руководителей УНИМА, это Всемирная ассоциация кукольников со штаб-квартирой в Шарль-Виль-Мизере во Франции. И, соответственно, он был потрясен. Была эксперт «Золотой маски» Анна Константинова, которая сказала: «Господи, оказывается, провинции рождают все время новые явления. Где? В республике Тыва». И я очень рад и счастлив, что за 5 лет вы смогли приобрести удивительный коллектив. Заслуженный деятель искусств Бурятии Эрденис Жалцанов, он же художественный руководитель бурятского театра «Кукол Ульгер» города Улан-Удэ, поделился, что ему больше всего понравилось то, что в Туве все еще показывают кукольные спектакли на родном языке. Хочу пожелать театру, этот театр для меня большая частица, большая страница моей творческой жизни. Я очень много от вас получил. Мне было очень приятно работать с вашим коллективом. Это было и трудно, но и в то же время было настолько интересно и глубоко. Просто я, когда вот встречаюсь с нашими кукольными братьями, я всегда рассказываю про этот спектакль. Вот. А я рассказываю про твой Дерсуузала. Да. Всегда. Отметим, что гости в качестве экспертов были приглашены на показы спектаклей в рамках юбилейной недели. Также они провели мастер-классы и творческие встречи с артистами театра «Кукол» Республики Тыва.
Сегодня на стадионе пятилетия Советской Тувы стартовали соревнования по прикладному спорту. Участники турнира – команды пожарных частей и дружины юных пожарных. Всего на республиканские соревнования приехали представители 20 команд из всех районов Тувы. Спортивные состязания будут проходить в течение 2 дней. Первый день команды соревнуются в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и в подъеме по штурмовой лестнице, демонстрируя скорость, выносливость и силу. На этих мероприятиях у нас участвует 20 команд. Из 22 не смогли приехать у нас отдаленные команды, только Мугуроксы и Терехольский Кожун. Команда состоит из взрослых и юношей, и представителей юношей. Также девушки участвуют в данных соревнованиях. По итогам соревнований у нас будет отобрана сборная команда по пожарно-спасательному спорту Республики Тыва, которая будет защищать честь республики на зональных соревнованиях в городе Абакане в конце июня этого года. Участники разделены на 3 возрастные группы. Как признаются учащиеся старших классов общеобразовательных школ, соревнования дают возможность проявить свои спортивные качества, так как в дальнейшем ребята хотят пополнить ряды спасателей. Я из Шаганара, вот, приехал, вот, очень интересно, впервые в таком участвую. Вот, в будущей жизни тоже пригодится. Вот, я выпускник, вот, тоже в МЧС хочу поступить. Вот, соревнования очень интересные. Вот. Вот новых друзей завел. Вот, рад, что сюда пришел. Аелга Ойюн узнала о прикладном спорте буквально несколько месяцев назад. Девочка пару лет занимается легкой атлетикой и сразу решила начать тренировки для участия в соревнованиях. Я участвую здесь первый раз. Я сначала волновалась, но второй забег нормально прошла. 18 мая – второй день соревнований. В этот день испытания продолжатся пожарной эстафетой и боевым развертыванием. В Москве 15 мая стартовал 33-й чемпионат мира по спортивной борьбе среди военнослужащих. В нем участвуют свыше 350 атлетов из 22 армий различных стран мира. Соревнования проходят в 10 весовых категориях по греко-римской и вольной борьбе, а также в 10 категориях женской борьбы. Российские спортсмены представлены в 23 категориях. Накануне были разыграны первые награды по спортивной борьбе. Борцы Вооруженных сил России захватили лидерство в общем зачете, завоевав в первый день соревнований 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В весовой категории до 65 килограммов золото в копилку России завоевал тувинский спортсмен Ачин Кулар. В финальной схватке он встретился с представителем Кореи, одержав победу над противником со счетом 11-2. Отмечается, что Ачин Кулар служит в 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде и становится 3-кратным чемпионом мира по борьбе среди военнослужащих в своей весовой категории. По многочисленным просьбам покупателей компания «Вавиол» травы Тувы начинает продажу натурального меда с разных регионов России. И хотя мед собирают практически на всей территории нашей страны, существуют самые разные условия для получения меда высокого качества. Компания «Вавиол» закупает мед только у сертифицированных и проверенных пасечников Башкирии, Алтая, Казахстана и Дальнего Востока. Для убедительности качества продукт проходит лабораторные исследования во избежание вкусовых добавок. Также исключают тепловую обработку, чтобы сохранить полезные свойства меда. Тепловая обработка нужна, чтобы убрать кристаллизацию в меде и сделать его однородным. Однако следует знать, что кристаллизация – это естественный процесс, указывающий на натуральность меда. Фасовка меда осуществляется в недорогую тару, чтобы избежать удорожания продукции и жители Кызыла могли приобрести мед по выгодной цене. Уже хотите порадовать себя и свою семью вкусным и полезным лакомством? И не только? Тогда приходите в фирменный магазин «Травы Тувы» по адресу Чульдум, 44, напротив торгового дома «Алексеевский». Спорт.
Спонсор выпуска прогноза погоды – кредитный потребительский кооператив «Советский сберегательный союз регионов». Филиалы кредитного кооператива СССР размещены в 15 городах Российской Федерации. Это удобно. Теперь каждый желающий может стать членом кредитного кооператива и в самые короткие сроки начать получать дополнительный доход по своим вкладам. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой и умеренный дождь. В горах мокрый снег, возможно, гроза. В Кызыле перемена облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью порывы до 14, днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 19, плюс 21. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.